Без легкоатлетического кросса в свой день рождения самый спортивный город страны обойтись не мог. Принять участие в забеге могли все желающие. И таких оказалось много. Это ученики школ, студенты, воспитанники спортивных секций и многие другие. Трасса проходила вдоль набережной. В этот день сочинцы смогли не только побегать, но и потанцевать. Фестиваль уличных танцев прошел на площади перед администрацией города. Свое мастерство показали как уже всем известные коллективы, так и совсем юные участники. Финальным аккордом танцевального марафона стало красочное фаер-шоу. По инициативе главы Сочи Анатолия Пахомова фестиваль уличных танцев решено сделать регулярным.